доброе утро. Увела я девчоночек своих. Что-то я вообще себе... Я еще так устала, уже устала, капец, как сильно. Сегодня буду решать со спинкой на кровати. У меня вот с этой стороны была спинка. И подушка нормально лежала. А сейчас я спинку убрала, и с того времени у меня падает подушка. Сегодня у меня отнялось плечо. Она капец какой-то, с утра мяла его, домяла. А еще подушка упала, Ника там снизу на пуфике спит, напугалась, ушла в свою эту спать. Ой. А еще я сбегала, кошка, не лезь в пакет, сбегала в магазин, купила там персиков, еще что-то на тортик. Я говорила, что завтра буду с утра печь тортик. Я с утра спеку, а вечером соберу. Пошла сегодня, думаю, вдруг танцев не будет, у нас же учительница болела. Думаю, вдруг не будет танцев. И... У меня уже все было. Мука у меня есть. Все есть. Все купила. Молодец. Ой, дома как-то мне... Я на окошко посмотрю, на кухню. Не могу раскрутить батарею. Но мне кажется, это не из-за моей батареи. Хотя, может, там воздух, кто его знает. Не могу раскрутить батарею на... Ну, что ты плачешь? Не могу раскрутить батарею на кухне. И там окошко ревет, 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 ревет. Еще не знаю, что со своей старшей дочерью делать. Она никак не могу ее приучить с утра кушать. Маленькая ест, и после первого урока они в школе едят. Но она с утра так хлопья там поела, ну, чуть-чуть. А Аленушка вообще не ест. И домой возвращается в 2 часа дня, и в школе она тоже не ест. Ну, там с девчонками могут печеньки какие-нибудь. Если кто-то из девчонок принесет, она ничего не хочет брать. Вот сегодня кое-как. Она с утра раз в холодильник залезла, 2 в холодильник. Я говорю, Алена, ты кушать хочешь? Да. И сейчас буду ныть, сидеть, типа, на уроках девчонкам, видимо, кому-то там, ну, это я не знаю, что, типа, хочу есть. Сейчас кошку запущу. В комнату ей надо. Сегодня с комнаты уже 7 часов, правда, как раз будильник, и она кричала. Ну и, говорю, возьми, пицца же есть. Я говорю, возьми с собой. Я не буду, это долго. Ты. Вот я и погрела 2 кусочка, завернула быстренько. Я говорю, ну и что, долго? Ой, я не буду брать, я заверну и положу. Я говорю, хоть это, с голоду не... Нет, не опомнишь. Так она не ест, а потом начинается. Она вчера и обедать пришла, обедать не стала. И вот она поела, получается. Мы пошли на английский. Почти в 5 она села кушать. И потом у нее вечером начался жор. Она начинает все. Пиццу эту таскала, 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 таскала. Уже еще что-то пошла, колбасы потаскала. И вот это вот начинается на ночь. Днем не едим, потом на ночь. Голод. Ой. Да, кошку протереть, пойду, наверное, окно протру. На кухне, а то она все плачет, течет. Шапочку мою вчера ей намазала гривушку от блоха, она сегодня вся исчесалась. Нет, сейчас что-то не видать, там бегают. Я не знаю, дают все время такие вот ампулки. И сколько, через сколько они вообще должны после этих ампулок умирать, вообще непонятно. Эти балашинки, она собирает их везде. Потом ходит бедный, мучается ребеночек. А сейчас шерсть короткая, так это... Надеюсь, хорошо протравится. Я что-то этот раз ее помыла, даже ошейник не стала одевать. Буду ошейник одеть ей обратно. У меня ошейник такой интересный. Он пахнет, обычно вот эти вот средства не очень запах, а тут он прям такой, как будто ее надухарили, такой запах духов. Ладно, надо идти варить кофе, протирать окошко. Наконец-таки села завтракать и хотела вам рассказать. Вот меня соблазняли, ну это в кавычках, конечно. Я раньше занималась торговлей, да и сейчас иногда занимаюсь. Торгуем мы на фондовых рынках, на крипте. И иногда торгуем на споте, а раньше все время торговали на фьючах. Ну и что-то у меня тут нервишки стали сдавать, я подзабросила это. Фондовые вообще забросила, торговали только на этих, на крипте. Ну и сегодня меня тут, а, заходи на рынок, поторгуй чего-нибудь. И я поддалась. Не знаю, посмотрим, что из этого получится. А камера что-то обрела, темнит меня, буду кушать пока. Я уж побежала за варюшкой. Блин, как у нас холодно. Вообще, я уже думаю, надо шапку покупать, я еще не покупала. Здесь так красиво, осенью красиво. Вот эта грязь, вообще некрасиво, листочки. Желтенько. Вообще люблю вот этот парк. Прям по аллейке идем, вообще прикольно. Я что-то поздно вышла, иду расшагиваю. Ладно, дети у меня никогда вовремя. Их не отпускают. Вот там перелет. Деревья.
这一次我真的睡着了。Обедать, точнее, пока только одна варюшка села. Я уже ужинаю. Ага, ужинаешь, села покушать пиццу и собралась ехать к папе. Он ее повезет сегодня на тренировки и будет забирать оттуда, так что у меня сегодня свобода. Готовлю курицу с картошкой и с помидорами. Не делайте так, как делала Света сегодня, сделала, точнее. Я взяла курицу, начистила картошки. Смотрю, картошки что-то много. Порезала, оставила две больших картошины. Думаю, ладно, потом что-нибудь с них сделаю. Положила, все выложила. Смотрю не до верха. Думаю, ладно, достригаю картошку эту и положу. Теперь я сижу и нюхаю, как течет весь этот сок на гриль. Потому что это слишком много, и оно все через верх. Сейчас покажу. Еще вернулась Аленушка, а я тут решила. Она даже удивилась. Смотрите. Оп! Оп! Я открыла сегодня свою торговлю. Решила вспомнить молодость. Как молодость. Не так уж и давно это было. Вы слышите эти звуки? Это же ужас какой. Все вытекает на гриль. Я не знаю, что откинуть оттуда. Что сделать? Что сделать? Я почему-то думала, сейчас мяско ужарится и будет меньше. Изначальная мысль была правильная, что не нужно было всю картошку туда добавлять. Было бы хорошо. Нет, она уехала, у нас дома тишина, я что-то легла, я аж на целых 2 минутки задремала. А Аленка прибежала тут, мама, смотри, какое смешное видео! Вот, что-то заголодали, решили покушать наши картошечки. О, как у меня болит шейка. Но сегодня, я надеюсь, вот эта спинка мне поможет, и я буду спать. Нормально, моя подушка никуда не денется. Сейчас покажу, что наготовила. Такую вот я картошечку приготовила. Сейчас... положу на чашечки и хочу сыра сверху посыпать. Повытекало у меня на гриль, там вообще капец сколько. Уже вернулась Варюшка с занятий. А я сижу, меня что-то это... Ничего не снимаю, меня что-то затянуло сегодня. Мое старое увлечение, в общем, меня что-то подзатянуло. Я что-то села и смотрю на этот стакан, там все прыгает, и я вот сижу, гипнотизирую себя. Слушайте, эта собака пьет. Особенно ночью это так, так классно слушать. Вот она визжит. Иди сюда. Напилась водички? О, напилась, сладенькая моя девочка. Напилась водички. А что я хотела сказать? Я работаю, тут засиделась, еще сделала из кофты майку, если вы видели. А вам? Хотела с вами попрощаться, нужно бы сейчас укладывать детей. И монтировать видео, если они мне дадут вам договорить. И всем пока-пока.